Ну что ж, продолжим. Сегодня у нас 13 февраля 2014 года, 19:37. Так, ну что же. Включаем. Так, сейчас холодная водичка. Надо бы ее подогреть. Пауза тут есть вообще? Я не вижу. Паузу не вижу. Ну, придется подождать тогда. Ну что же, включаем. Ну, занят, но могу послушать. Погромче. Эх. Ох. Ну, в конце все-таки съедаешь немножко тональности. Да? Ехала? Ну да. Ты возьми оригинальную песню, послушай. Ты ее просто не запомнил до конца. Да здесь все нормально, а вот в конце ты немножко съедаешь. Thank you.
Вот такая вот штуковина. Ну, отверстие идет, конечно, не по оси. Так нам интересно посмотреть, какие будут параметры, если отверстие будет не по оси. В смысле, вдоль оптической оси, но не через центр. Так, ну видно, сверло уже подзатупилось, что-то уже плохо идет. Вот такая вот штуковина. Половина приблизительно просверлена. Половинка просверлена. Ну ладно, стоп, машина.